Антон, ну хватит, хватит грустить. Ой, а я знаю, что тебе нужно. Так. Вот. Нет, не нравится. О, тогда может быть, вот конфеточка. Хрюш, спасибо тебе большое, но я не хочу сладкого. О, совсем дело плохо. Так. А если... Ой. Да, Хрюша, из тебя никудышный клоун, ну правда. Да что же это такое-то? Целое утро пытаюсь тебя развеселить. Что случилось? Расскажи. Ну, не знаю я. Просто настроения нет. Хочется праздника какого-нибудь, понимаешь? Праздника? Да. О, так это я мигом. Солнечный зайчик, веселый проказник, скачет и пляшет опять на стене. День был обычным, только кажется, что праздник вдруг заглянул этим утром ко мне. День был обычный, только кажется, что праздник вдруг заглянул этим утром ко мне. А для праздника что надо? Чтоб веселый друг был рядом, петь, читать стихи и танцевать. А для праздника что нужно? Поздравляю, крикну дружно и, конечно, начинать всех поздравлять. Соседи, громко звучат мои песни и смех. Пусть будет праздник на планете. Пусть будет праздник веселый у всех. Пусть будет праздник на планете. Пусть будет праздник веселый у всех. А для праздника что надо? Чтоб веселый друг был рядом, петь, читать стихи и танцевать. А для праздника что нужно? Поздравляю, крикну дружно и, конечно, начинать всех поздравлять. С праздником вас, говорю я прохожим, и широко улыбаюсь им всем. День не был обычным, но так что? Же праздник устроить нетрудно совсем. День был обычным, ну так что же праздник устроить нетрудно совсем. Поздравляем всех! А для праздника что надо? Чтоб веселый друг был рядом. Что нужно? Поздравляю, крикну дружно и, конечно, начинать всех поздравлять. Браво! С добрым утром, малыши! Сегодня у нас в гостях группа «Веселки». Юлия Самодурова, Алиса Степаненко и Мария Разумовская. Доброе утро! Доброе утро, Антон! Доброе утро, Хрюша! С добрым утром, малыши!
Антон, да. Надеемся, мы смогли поднять тебе настроение. О, еще как! Это было, правда, очень весело, энергично. Я понял, что даже если праздника нет в календаре, то его можно легко организовать самому, и настроение сразу поднимается. Конечно! Нужно петь, танцевать, в общем, веселиться изо всех сил. А еще обязательно надо играть. Кстати, я тут такую классную игру узнал. Давайте поиграем. А давайте. Давайте. Ой, а я знаю эту игру. А можно я буду ведущей? Давай. Конечно, мы не против. Но только надо рассказать о правилах. Что нужно делать? Мы видим три дорожки. Да. Маша, ты встаешь на красную, ты Алиса на желтую, а ты Антон на зеленую. Да, я тоже буду играть тогда. Меняйтесь местами. Так, все, супер. У меня есть карточки, каждая из которых начинается с фразы «назовите три». Точно! Юля, каждому из вас будет задавать по одному вопросу. На раздумье дается всего 5 секунд. Кто успел ответить правильно, тот делает шаг вперед. Кто не ответил, остается на месте. Ой, мне кажется, это мало времени, 5 секунд. Антон, я желаю тебе удачи. Назови 3 вида транспорта. Время пошло. Троллейбус, автобус, автомобиль. Браво! Да? Успел, ты можешь сделать шаг вперед. Ну что, теперь ход Алисы. Алиса, назови 3 предмета из пляжной сумки. Полотенце, крем для загара, крем от загара. Браво, здорово. Молодец. Следующий вопрос тебе, Маша. Назови известные достопримечательности. Пасхальская башня, Эйфелевая башня и Пизанская башня. Это было сложно, но ты справилась, поэтому делаешь заслуженный шаг вперед. Антон, следующий вопрос тебе. Назови 3 ингредиента пиццы. Помидоры, тесто, кетчуп. Я думал, ты назовешь сыр. Я забыл про него. Да. Алиса, теперь ты. Назови 3 знака зодиака. Телец, водорей, водолей, дева. Здорово. Молодец. Маша, очень сложная задача перед тобой. Назови 3 певиц. Ани Лорак, Валерия и Натали. Молодец! А можно мне посложнее? Мне кажется, какие-то простые вопросы. Тогда, Антон, мы вернемся к вопросам из школьной программы. Давай. Вспомним уроки географии и астрономии, и тебе предстоит назвать 3 планеты. 3 планеты? Нептун, Сатурн, Марс. Справился. Здорово, делай шаг вперед. И следующий вопрос Алисе. Алиса, назови 3 предмета, которые можно получить почтой. Только быстрее, быстрее, потому что время письмо, посылка. Быстрее, быстрее. Ну ты точно что-то заказывала. Это посылка, не считается. Нам очень жаль, но ты пока остаешься на месте. Посмотрим, справится ли Маша со следующим вопросом. Назови 3 отличительные черты аэропорта. Время на раздумье очень мало. Самолеты, посадочные и взлетные линии. Классно! Ты справилась, Маша. Молодец и заслуженно делаешь шаг вперед. А давайте сделаем так. Усложним сейчас. Мы не 3 дадим ответа, а 5. 5? Да. Давайте, тогда назови 5 целых 5 продуктов, которые чистят перед тем, как съесть. Помидоры не чистят, картошка. Ай-яй-яй. Сам усложнил и сам попался. Ну что ж, Антон, ты остаешься на месте. Да. И у Алисы появился шанс вырваться вперед. Посмотрим. Алиса, твой следующий вопрос. Назови 5 вещей маскарадного костюма. Время пошло. Очки, панама, маска, туфли, платье. Здорово. Ну ладно, не совсем все маскарадное, но прощается. Ты можешь сделать шаг вперед. Ура! Маша, назови 5 башен. Пизанская, Спасская. Давай, время заканчивается, нужно подумать. Маша не справилась с задачей, и мы возвращаемся к Антону. Антон уже чувствует вкус победы. Антон, назови 5 людей в униформе. Врач, военный, таможенник. Нет, я не помню. Эх ты,
Алиса, такая возможность. Ты сейчас просто обязана победить. И назови 5 животных на букву «С». Сова, Собака-слон. Собака-слон. Ну ничего страшного. Следующий вопрос. Маша, твой вопрос. Назови 5 видов спорта, которыми занимаются на спортивном стадионе. Время. Футбол, хоккей, фигурное катание, волейбол и баскетбол. Нет-нет-нет, тут немножко неправильно. С футболом согласна, все остальное не на спортивном стадионе. Точно. Поэтому ты, Маша, к сожалению, тоже остаешься на месте. А мы переходим к Антону. Назови 5 произведений Александра Сергеевича Пушкина. Угу. «Капитанская дочка», «Руслан и Людмила», «Сказка Салтания» и... Ай-яй-яй, не успел. Не успел. Алиса, назови 5 предметов на букву «Ф». Футболка, фонарь, фортепиано, быстрее, фигурные коньки. Факел. Ура! У нас есть победитель! Поздравляем, поздравляем! Девчонки, спасибо, что пришли к нам в гости. Пожалуйста! Нам очень понравилось. Тогда приходите еще. Обязательно придем. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал «Карусель» всей семьей. С добрым утром, малыши!